В омских парках исчезают белки. По словам работников и посетителей скверов, этой зимой грызуны впервые за последние 10 лет встречаются очень редко. Зато все чаще омичи в соцсетях делятся фотографиями сов, полярных и неясытей. Ученые считают, именно эти пернатые ночные хищники и истребляют белок, продолжит Екатерина Хлемезио. Антонида Лесникова последние 10 лет не ходит на работу без семечек или орехов. Обычно ей не приходится даже доставать пакетик из кармана. Белки, живущие на этой аллее, бегут к ней сами. Однако в последнее время их приходит все меньше. По этой аллейке их бегало штук 5. Вчера только я 2 увидела. Почему-то, я не знаю. Но там вот на озерах, там у нас есть бабушки, у них у каждого свой участок, они на сегменты разделили, где белочки, и каждая ходит их кормит. Но они мне тоже говорили, что вот куда-то белочки, не знаю. Раньше вот этих кормушек не хватало на всех белок парка. Посетители говорят, здесь они бегали десятками. Сейчас за целый час мы не встретили ни одной. Зато встретили ее. Огромную неясыть, которая тоже нашла здесь свою кормушку. Это после ее появления белки в округе стали встречаться реже. И она такая не одна. Совы попадают в объективы омичей в самых разных частях города. На этом видео хищная птица только что отобедала белкой. В лапах все еще торчит ее хвост. Следы борьбы птиц и грызунов встречаются в некоторых парках на снегу. Ученые говорят, такая жестокость – нормальное явление. Совы прилетали в город сотни лет. Если грачи и вороны еще там, бывает, в помойках копаются, сова не копается в помойках. Ей нужно поймать живое, чтобы было свежее мясо с кровью. Поэтому она ловит мелких птиц, грызунов, но грызунов становится меньше. Белка – это еда для совы. Это вполне нормальное явление. В отличие от сов, которые привыкли охотиться в дикой природе, эти белки выросли в городе и давно растеряли навыки, как спасаться от хищников. В местах, где их кормят с руки, грызуны привыкли никого не бояться. Поэтому они и становятся легкой добычей. Екатерина Хлемезева, Павел Ходынский, Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.